хотел сказать, что у вас дохрена потенциала, который у вас погребен под нерациональным использованием вашего мозга. Если у вас начнется тревога, что вы будете делать? Вы залезете в телефон. Но если мы все-таки отобрали телефон у вас, значит, вы обнаружите реальность. Если у вас отобрать телефон, вы вдруг оглянетесь по сторонам. И вы узнаете объем ресурса вашего потенциала, который у вас тратится где? На информацию, которую вы объясняете необходимостью быть в курсе новостей, которые не менялись уже ближайшие 20 лет, друзей, которые, собственно говоря, не являются вам друзьями, это просто вы за ними подглядываете, а они вам показывают что-то в дырку, развлечения, которые на самом деле вас уже давно не развлекают, потому что вы смотрите и смотрите, и говорите, какое говно кино. Но перед этим, так сказать, трудолюбиво потратили на него свой когнитивный ресурс. И вот когда вы поймете, сколько вы процентов от своего потенциала просто просираете, вот тут у вас начнется тревога, та, которую надо использовать. У вас прямо внутри она придется и скажет, где ты есть, что ты делаешь, и вас начнет бодрить, и у вас наступит неврастения, наконец. Нормальное заболевание, я его очень люблю.